Всем привет, с вами Смай Авариум, и это игра Бесконечное Лето, с модом Все Дни Лета. Ну, я небольшую такую, задержу видео вот таким способом, расскажу о нем вкратце. Как всегда, будет, как во всех Бесконечных Летах, будет 7 дней всего лишь, неделька. Вот, прикол в том, там надо выбирать рут очень тщательно надо выбирать. У нас хоть есть один плюс. Плюс в том, что у нас есть соотношение с каждым персонажем. Я не знаю, на какой рут я пойду. Нет, я знаю, на какой рут пойду. Я, наверное, пойду рут на Мику. Ну вот буду так делать. Мику, потом Славя, потом Алиса, Лена, Ульяна. А там еще есть еще Одиночка и ОД. ОД, не, может быть ОД, может быть, может с одиночки. Я пока не знаю. Но я начну с рут Мику. Я не знаю, на каком дне начинается чисто с ней история. Ну, мы это посмотрим. Ну так, ну, давайте начнем. Я с трудом вспоминаю, с чего все началось. И у нас есть три выбора. И я прочитаю все эти три. Прости, прощай. Где же она? Обещанная ненависть к человеку, который тебя уничтожил. Каждый получает ту реальность, которую заслуживает. Второе. Остынь, чувак. Существует не так много вещей, по-настоящему заслуживающих веры. Не все проблемы решаются силой. Не все в мире измеряется честностью. Правда? И последнее. Все началось? Нет больше белого, нет больше черного. Есть только серое, обреченное. Меня интересует только мое одиночество и мой компьютер. Я сделаю все, что вы скажете, просто отстаньте от меня. Вот я могу сказать, если я выберу вот это, как раз подойдет к руту одиночку, потому что вот прям сразу же написано, меня интересует только мое одиночество и мой компьютер. Значит, ему не нужен никто, он просто хочет побыть один. Так. Ну. Я вот каждый вот это три по отдельности, да, посмотрим. Давайте выберем прости. Прощай. Так все и началось. Получает ту реальность, которую заслуживает. Ну там за меня там говорят тоже. Ну и все. Предупреждение. Все совпадения с персонажей и характером с реальностью существующими людьми считают злой волей автора. Вот, начинается какой-то странновато. И смотрите, нам дали роль Локи. Хорошо, пролог Локи. Прости. Круз Фаун под опускающей ногой, закованный в лакированный штиблет. Что-то жизненно важное, лопающее под ударом ноги. Тело подпрыгивает на заплеванном грязном полу подъезда и не шевелится больше. Не умерла? Нет. А стоило бы. Прощай. Все началось 8 лет назад. 8 лет, изменивший мир и одного глупенького мальчика. 2008. Я студент города тем, что полностью создал себя. Что полностью создал себя, правда? Ну да. За год подработки в кафе с живой музыкой я повидал всего. Но незабываемым осталось одно. Как штык. 937. Я стоял на остановке и поджигал свой пазик. А здесь задержался. Я помню это эти лица, девочку метр с кепкой. Работающий в ночную смену местного интернет-кафе. Тэш, кажется. На второй остановке обычно заходила Юля. Мы раньше работали, если до сих пор здороваемся кивками. Юля? Странновато. Привычная и распланированная до секунды бытия. Мое место мизантропское, на отшибе. И я всегда занимал его, так как не переносил чужих прикосновений. А здесь опоздал. И за 2 минуты что-то сдвинулось в пластах мироздания. Мое место оказалось за каким-то парнем. Пришлось садиться рядом с Тэшем. Время до моей остановки надо было чем-то убить. И от нечего делать, я заглянул за плечо компьютерной девочки. Где она увлеченно трещала с кем-то по аське. Один номер почему-то запомнился. Наверное, потому что было достаточно красиво. Пятизначно. И мало удивительно было в том, что вернувшись домой, я машинально забил номер в поиск. Мы разговорились, подружились, спешили вечерами в сеть. Пришлось потрудиться, объясняя, откуда у меня взялся этот номер.
Но оно того стоило. Так что ничего удивительного в том, что однажды я просто признался себе, что мой лучший друг – это анонимное собеседование в васточном окошке. Я всегда считал, что каждый получает только ту реальность, какую заслуживает. Реальность наркомана состоит из шприца, почти невидимых вен и раствора на ложке над зажигалкой. Реальность художника из образов перспектив и горящих кончиков пальцев идеи. А моя реальность? Что ж, я не был безгрешен, и мне пришлось устроить ряд предлогов ради того, чтобы оказаться на первом курсе консерватории. О боже, извините. Я не гордился этим, но к своей мечте связать жизнь с музыкой шоу бульдозера. Во, значит, я правильно выбрал. Народник, ну точно, пойдем хороший крючок. Просто потом, что с первой мечтой моей жизни стать космонавтом, мне развернули что-то в моем светлом детстве. Пошло не так. Что-то с внутренними органами. Понятно. Как результат, моя реальность состояла из нотных тетрадей, бесконечной репетиции, сольфеджио и попыток считать мелодию с листа. Я заканчивал второй курс, когда столкнулся с ней на нашей духовной кафедре. И мы как намагниченные тянулись и тянулись друг к другу. Хотя я изо всех сил строил себя ответственного юношу, разменивающего на мелочи. Несмотря даже на то, что нас представили друг другу общие знакомые спустя неделю. А еще через неделю я признался своему единственному другу, тому таинственному собеседнику сети в том, что, кажется, схожу с ума. И полтора часа восторженных эпитетов, расписывание того, какая она, спустя. Мне задали вопрос, и что, нашему общению теперь конец? Конечно же, нет, я даже не собираюсь. Чего я не собирался, я не договорил. По ту сторону двери стояла она. То. Почему она пришла? Непонятно. Но факты, штука упрямая. По ту сторону двери стояла она. Кто там стоял? Семёна, ты не говори сначала. Она, кто она? Тут много она. Идет. Все еще идет. Я всю жизнь мечтал пинать мяч. Всю жизнь хотел помахать рукой земле из космоса. Но где-то в небесной канцелярии решили, что я буду полезнее в качестве музыканта. Сначала больные почки, потом повреждение колена. Я понял намек и полностью посвятил себе музыке, не размениваясь на мелочи. Так что про любовь я знал только то, что она есть. Только то, что сумел воспитать во мне Гершвин, Грик, Бетховен. Вечерами мне и не мечталось о том, что я однажды встречу свою Джульетту Гричарди. По-своему, по-обывательски, я был наивен и верил в то, что любому человеку свойственна тяга к чистому и светлому. Человека должна привлекать жизнь, прекрасная, настоящая, а не глухота, тошнота и мгла. 17 лет, чего вы хотели? Перспективный мальчик? А ведь мы даже не поцеловались. Держась за руки, ходили вместе, медленно двигаясь к тому, когда кому-нибудь из нас хватит решимость привести ее и меня в нас. Оказалось, решимость хватил кому-то другому. Он забрал ее у меня, ее улыбку, тепло ладони, жадное внимание зеленых глаз. Опа. И будто бы ознаменование того, что беда не приходит одна, замолчал и мой таинственный осечный визави. Я потом расскажу, я понял, в чем прикол. Я понял, кто с кем разговаривает. Он очень долго молчал и до этого, но я тогда был занят, влюблен. Почему-то даже в голову не пришлось мстить или бороться. Просто мы летели в помойное ведро и сгорели несколько тетрадей со стихами, серенадами и сюитой ей. Звалась теперь без лица.
просто с телефона, записной книжкой и почтового ящика безжалостно выкорченные номера и контакты. Я замкнулся в себе и полностью сосредоточился на учебе. Учеба, работа, музыка, не дающая успокоения, хотя бы не бесящая. Наверное, меня, как и любого другого представителя знака близнецов, действительно необходимо очень сильно обидеть, чтобы мы начали выкладываться в творческом плане. Но я начал срывать овации. Бывший бесталанный. Вечная вторая партия. Тот, на кого духовник уже давно рукой махнул. Я будто бы обрел второе дыхание. Да-да, то самое, которое не съедет ни одному из духовников из гипертрофированных звездами. Гран-при на фестиваль духовных инструментов. Первое место среди трубачей. Смотр в конкурсе «Звуки СНГ». Приглашение на стажировку в Берлин с перспективным трудоустройством. Я видел это все во сне, находясь будто под наркозом. И с трудом воспринимал. Я рос как музыкант, загибаясь как романтик и ребенок. Сейчас я понимал, что вообще мало удивительного в том, сколько боли обычно прячет глаза любого талантливого музыканта. Ой. До конца учебного года оставалось немногим, меньше месяца, для поездки в Германию по утро, когда давным-давно мертвый молчащий контакт разродился приветом. О, неожиданно. И я забыл обо всем. Это была первая за полгода ночь, когда я засиделся у монитора до рассвета. Мы, захлебываясь, говорили обо всем на свете. Мой мудрый визави, человек, который мне так не хватало эти полгода бесконечной вьюги. А когда наутро я рассказал о женском коварстве и том, что отдали бы многое, только бы просто заглянуть в глаза ему, пожать лапу и поставить попарить чего-нибудь вкусного. А ты выгони на лестничную площадку. Чего? И? Она приседала всю ночь на подоконнике, болтая с мобильным со мной по-аськи. Она, разделившая простое «мы» на «ты» и «я», как она казалась еще моим лучшим другом, тем, чьи мысли я всегда слышал произносимым голосом Брэндона Киннера с лукавой улыбкой и мудрым умением выслушать. Как она посмела? Она захлопнула дверь за собой, схватилась за щеку, которая обожгла пощечиной. «Выпьешь чаю, и я не хочу тебя видеть никогда», — ответила. Я не знаю, сколько мы были друг друга, сколько орали, но... Ну, как же сами поняли, тут уже даже сказать не надо. Я не пошел учиться. Ни в этот день, ни в следующий. А вечером надо было идти на работу. Стоило говорить, что я не дошел. Меня встретили в подъезде. Не помню, сколько их было, трое, четверо. Оголодавшие хищники рвут чужие от пустые. Ой. После первого контакта прямого лица сознание уплыло, и я не считал количество сыплющих на меня ударов. Многочисленные ушибы, перелом трех пальцев правой руки и самое страшное — отбитые легкие. Я открыл глаза в больнице и чуть не закрыл их навсегда, когда огласили диагноз. Семён Персонов, подающий на надежды музыкант, стал узником замка тишины. Какой-то Берлин, какая стажировка, представители Берлинского филармонического готовы были помочь чему угодно. А чем угодно, но они не были способны на чудо. Обычно здесь ставят точку и закрывают книгу, потому что история теряет всякий смысл. Капец. А я почему-то решил барахтаться. Бывший перспективный мальчик еще полгода ходил по стеночке, восстанавливаясь. Из них 3 месяца под присмотром специалиста после нескольких неудачных попыток суицида. Ух ты. Бывший подающий надежды, бывший лауреат, бывший. И стоит ли удивляться, что самая красивая, самая мудрая, хорошая махнула хвостом, лишь узнав о том, во что я превратился. Как будто не было никогда ни нас, ни нашей трогательной дружбы. Прости, прощай. У меня что-то сломалось. Куда-то делся внутренний яростный огонь, что мог бы сделать меня кращу дланью.
толкнуть на преступление, на глупости. Я стал тенью себя прежнего, но не сдался, решив мне дела всей жизни. Ублюдок таким образом дал мне новое. Шло время, я сдал оставшийся год Я сдал оставшийся год экстерном и ушел в дом детского и юношеского творчества к руководителям духовного кружка, где полностью посвятил себя преподаванию музыки. Я не знаю, откуда они узнают, но одним зимним вечером ко мне в аудиторию заглянул отец одного из моих учеников. Он не стал ходить круг да около и сразу предложил помощь. Таким образом было положено начало. Еще 5 лет, пока один из моих бывших одноклассников не получил все-таки заместителя в районе СЭС. Зам, помощники, полреды, секретари, опреды. Секретари не сильно мира сего, а те, кто носит им бумаги на подпись и пишет эти бумаги. Как сказал классик, миром правят лейтенанты и капитаны. А месть во все времена подавали холодной. Я был тенью, трикстером, летущим сильно человека. Как когда-то сплел ее с Аслоки, кличка прилипла сама собой. Разве что моя Сибилой казалась, куда не так верна, и променял блюдо с ядом на медовый посолый хлыща, не любящий ее ни секунды. Так, и вот откуда молочь получили. Еще годик моя жертва каким-то чутьем засекла сужающий круги оков и вела все дела идеально честно, частенько даже в убыток себе. Ну вот, молода, точит камень, у меня появился шанс. Дело было в последней декаде июля. На валовых заказах штат перестал справляться. Привлекли специалиста на аутсорсе, забыли заключить договоры. И дверь этой фирмочки постучалась. Выездная налоговая проверка. За ней пожарники, санитары, кадастровая служба. Наши сумочные строители практически невозможно существовать на территории города и быть безгрешным. Закон кармы в действии. Решение о банкротстве суд выдал меньше, чем через полгода тяжбу. Не могу сказать, что мне не стало легче от этого. Даже если бы его прилюдно распяли, распяли, это не вернуло бы меня к музыке. Я все еще остался тем молодым угрюмым, руководителем кружка самодеятельности, шарахающимся от коллектива из знакомства. Чертовой одиночкой, не испытавшим даже мрачного ликования, когда все закончилось. Идеальной кандидатурой на роль человека, погибающего при загадочных обстоятельствах. Если чему и научился за эти 8 лет, так это тому, что иногда даже 2 минуты могу круто повернуть судьбу человека. Поэтому научился ценить время. И по идентичности, и пунктуальности сумел бы заткнуть за пояс любого японца. И потому я тютелька в тютельку стою на остановке автобуса. 410-й. Наш автобус отправляется в ад. Но лучше в пунктуальности жизнь научила меня ничему другому. И ума точно не добавила. Именно поэтому я машу ладонью водителю Ляза, старенького красного. Сейчас таких и не встретишь почти. Все заменили не могу сейчас читать точно из-за музыки. Отправляемся в ад. Где же она, обещанная ненависть к человеку, который тебя уничтожил? Связь с Ксаной меня уже чуть не убила однажды. Она позвонила и попросила приехать. Логика – моя верная подруга. Я могу лишь гадать, зачем она позвала. Предложим, что не так просто. Предложим, что там меня ждет что-то очень плохое. Но порой любовь совсем несчастье. Порой она бремя и проклятие. Поэтому я должен рискнуть. За 8 лет мир изменился. Я изменился. Незыблемо осталось одно. Я все еще не могу без нее. Я закрыл глаза. Ксана назначила встречу с Пакио. Где-то рядом с катком
сказала, что будет ждать меня у самой коробки. Мой подарок на Новый год. Подарок победите в игре, где победите теряет все. Чего такого я ждал? Вот ей тоже не очень хорошо кончил. Поэтому, когда на меня, растянувшись цепью, пошла уже знакомая четверка, я даже не испугался. Вот и все, сказал я себе. Две зажигалки, удобные легшие в кулаки, прозрачная питерская ночь и любовь всей моей жизни. Вот и все. Я пошел к ним, побежал навстречу злому сверканию глаз, застывшим оскалом, тупоносым ботинком, которыми так удобно ломать ребра. Локи, Асгард, приговорю тебя к смерти. А вот и мы лежим. Скатка доносились звуки черного пасового мотивчика, а я лежал в глубоком снегу и смотрел на фонарь, чей свет резал ладони воздух толстыми ломтями. Было жутко холодно, но пошевелиться я не мог. Похоже, они попали куда-то где еще не все зажило. Поэтому ощущение тепла, но не удивился уже, слышу, что такое происходит с замерзающими. А под запухшим веком обнаружилась странная картинка. Совенок. Заслышав мгновение полета гипсовой пионера, стоящий по разные стороны от полуоткрытых фигурных ворот, колышками сверху. Была ночь. Стояла полная тишина, нарушая лишь пением цикад. Или знакомый с детства голос, зовущий страну, откуда нет возврата. О, привет тебе. Ты пойдешь со мной? Ты как всегда вовремя. Впрочем, что я теряю? А, значит, он был еще. Он был раньше здесь. Окей. Идем. Че нам здесь снизу, в снегу? Лучше пойти. Вот что-то найдется. Надеюсь, там не будет больше ни ее, ни его, ни этой чертовой четверки. Сначала перестала иметь значение боль. Потом пропали сиднящие ощущения в саженных щеках и бульканье в легких. Мороз перестал иметь значение. И вот тут у нас начинается сиднее лето. Нормально. Вот все наши героини. Мику, Алиса, Славя, Лена, Ольга Дмитриевна, Ульяна и, конечно же, Юля. Бесконечное лето, ребята, осеннее лето. Начнем наше путешествие по знаменитому лагерю Савен. Как я говорил, будет Рут Мико. Начинаем. Я понял вдруг, что весь мир стал беспросветно черной водой. Наверное, это и есть тот самый ад, который меня столько пугали. Холод, тьма и полное отсутствие воздуха. И так хочется оставить все как есть и отправить себя в бесконечное падение навстречу дну. Я перестал барахаться. Я принял неизбежное. День первый, пробуждение. И когда ударился о дно, понял, что просто сплю. Дикий холод сменился душной жарой. Кажется, я наконец попал в свой эпичный ад. Здесь душно, темно и тесно. И довольно скучно. Самое странное, что боли не было. То рвущее, обжигающее изнутри чувство, когда при мне что-то лопнуло, под ударом ботинка исчезла безвозвратно. Выскучав окончательно, я открыл глаза. И тут же перехватил чей-то взгляд. Окей, начало как-то проблематично, а почему нет зрачок в виде сердца? Ну ладно, что-то, наверное, авторы хотели там показать. Заинтересованный взгляд, как будто я какое-то экзотическое животное. Девушка симпатичная. Машинально отметил я. Самое логичное было бы ей улыбнуться, но у меня всегда были с этим проблемы. У меня было чувство, что я ее знаю. Нет, мы не были знакомы, просто я где-то ее видел. Может быть, встретились на улице?
Я имею в виду аквамариновые глаза и волосы оттенка, который в печати называют не иначе как циан. Я бы точно запомнил, если бы увидел. И это не говоря, что уже об экзотическом наряде и явном закосе под советских пионеров. Прости, милая, но для пионерки ты малость старовата. Мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, прежде чем она кивнула и, выстучав ноготками дробь на стекле, убежала. Стекле? Я что, в автобусе? Но я же точно помню. А кстати, что? Я совершенно точно помню, что садился в автобус и куда-то ехал. Доехал ли, это отдельный вопрос. С какого-то момента в памяти зияло черное слепое пятно. О! Уже ярко стало. За окном царило лето. Лето? Неподалеку от автобуса ожидала вторая девушка, чуть выше первой. Тоже очень красивая, с медно-рыжими волосами, огненно-блестящими на ярком солнце. Циановая девушка подбежала к ней и что-то быстро-быстро сговорила, размахивая руками, в то время как рыжая молча и чуточку снисходительно слушала ее. Потом что-то ответила, и Циана рассмеялась. Как-то миленько, так рассыпчато. Как у меня только азиатки. Все это время я сидел, пытаясь заставить себя двигаться. Не палец же меня разбил, раз уж я сумел открыть глаза. Наконец, обе девушки ушли, оставив меня в покое. И пару минут спустя ко мне начала возвращаться подвижность. Наконец, я сумел повернуть голову. Да, это совершенно определенно не Лиас, в который я садился. Кресло потянулось парами вдоль салона, освобождая узкий проход посередине, напоминая рисовые карусы из моего далекого детства. И провалиться не на месте, если это не карус. Я обессиленно свалился в кресло. Здрасте, приехали. Что происходит вообще? Какие-то крашеные азиатки, рыжие, и хоть бы одна зашла в салон да помогла инвалиду. В ушах было непривычно пусто. Наушники вывалились и негромко шумели где-то на груди. Поймав беглецов, я попытался подворить их на место. Однако они, даже не задержавшись, мгновенно вывалились наружу. Неужели поломались? Сейчас отчеству не легче. Отключив плеер, я направил их к выходу. Страха почему-то не было совершенно. Современный человек вообще редко чему-то удивляется. А тут за просто уже выбрать квоту. Поэтому все, что мне оставалось, это вяло констатируя удивительное. Все для психики полезнее. Нет, но сколько же я спал, что зима успела закончиться, и я до сих пор сплю. Ой. Ай! Я ущипнул себя. Боль немного отрезвила, а вот проснуться не удалось. Что ж, пора провести реконструировку местности. Сбросив неуместное при такой жаре пальто, я стал продвигаться наружу. Мимоходом отметив, что я до сих пор щеголяю в зимней одежде, и добавив это в растущий список вопросов. Вау. Дверь была открыта, и я беспрепятственно выбрался наружу. Везде, куда ни глянь, вышивала неукротимая зелень самых сочных оттенков, и небо было такого прозрачного оттенка, что бывает только летом. Нет, серьезно, лето? Я почувствовал себя героем Халайна, открывшим заветную дверку. Разве что никак не мог припомнить подробностей. Я поднапрягся и... миски скрутило болью, а из носа закапала кровь. Но меня это мало заботило, потому что сквозь образовавшийся лаз в прошлое хлынули воспоминания. А, мы уехали, и перед нашими глазами зима превратилась в лето, в длинную дорогу. Я начал вспоминать. Урбанистический пейзаж за окном Лиаза сменил пригородом, а там и вовсе полями. Долгая-долгая дорога, унесшая за собой поля, леса, озера, степи. Что было до этого, вспоминаем. Вау! Ай-яй-яй. Почти побежденная боль вернулась, и я понял намек. Видимо, там что-то не очень полезное для психики. Как-то
Остреливший болью зуба, я отрянул от этой части, вспоминая. Не сейчас. Если понадобится, вспомню. Сейчас у меня дела куда более насущные. Вот тут я и не знаю. Я немножко остановлю. Я хочу просто проверить, в какую мне надо играть. DLC или обычную. Я пока остановлю ненадолго. Небольшая остановка. И я вернулся. Я просмотрел, так сказать, все, что мне нужно было. Я нашел. Нам надо поиграть в обычную синее лето. Если кто-то включит DLC, это новая измененная часть, только с Мику, как я помню как-то. Только с Мику. Там проблема с Шуриком при ударе молнии. Там что-то там взорвалось, и Шурика отправили в город. Ну как? И Семен. И еще. Так, вот самый неожиданный момент. Это еще Мику, что ставимся с машину. И мы вот с Виловой, с нашим потерявшим сознанием Шуриком, с Семеном и с Мику, едем в город. Райцентр. И тут мы гуляем. Ну там. Кому интересно, я это сниму тоже. Ну или кто-то хочет, может прочитать. И мы начинаем играть в обычную синее лето. А, и сразу же говорю, я буду набивать еще карму. А подождите, а что с меня? Я просто сейчас листал, просто смотрел. Ну, блин. Я не знаю, что-то, может, багнулось что-то. Ай, ладно. А, я ведь спал. Я точно знаю, ко мне опять приходила та девочка и спрашивал, пойду ли я с ней. И вот я здесь. Значит, пошел. И что же это за девочка? И что ей может быть нужно от меня? Мы с ней не испугнули бой. И от висков оттащили там-тамы. А то это не дало. Зато стало чуточку легче. Это она привязала меня сюда. Вот так. Получив согласие, сделай привязала в сон. Разве такое возможно? Голос. Он доносился словно издалека, и я едва-едва мог разобрать отдельные слова. Его губы почти касаются моего уха, и от тепла дыхание щекотно и приятно. Вспомни, пожалуйста, единственный шанс, не знаю, что там. Остро, больно кольнуло где-то в груди, так, что лицо уже чуть ли не пополам. Фантомная боль, скорее воспоминание о чем-то. Я куда-то ехал. Но доехал ли? Не помню. Вместо этого я оказался здесь. Но там, где память была бессильна, началась епархия ощущений. Холод, мороз, боль в хрустящих костях. Медленное угасание сознания. Нет. У меня же встреча в парке Кирова. Куда, блин, я еще заехал? Я бросил взгляд на телефон. Московское время заканчивалось как 3:15. Сигнал оператора отсутствовал. Но у современного человека есть способы докричаться до цивилизации и помимо мобильного. Я решил проверить их все. Тем более, что неплохо он лесу находился. Где-нибудь рядом обязательно должен быть населенный пункт. Wi-Fi. Ожидаемо не нашло. Не нашло, но совесть очистил. Радиоканал GSM. РТТ рация. Bluetooth. Глухо. Снежные частоты. Глухо. Ладно, дальше. Я с кольком попал в поезд. Пристой наушники и в ушах переключил плеер режим радиосканера. FN диапазон. Глухо. AM диапазон. Глухо. Как на Северном полюсе. GPS. Я с замиранием сердца попытался провести синхронизацию со спутником, чтобы хотя бы примерно определиться, куда меня занесло. Машу вашу, спутников не обнаружено. Это что, какая-то шутка? И вот тут я по-настоящему испугался. Для того, чтобы сигнал спутника отвалился, должно быть произойти что-то крайне нехорошее. Даже не знаю что. Все спутники позбивали конкурирующие структуры или закрыли всю систему глобального позиционирования. Мне стало крайне неуютно. Так, взять себя в руки. Думаю, попсиховать я все еще успею, если захочется. Не слишком это конструктивно и продуктивно биться в истерике, хотя и очень хочется. Вместо этого я отряхнул ступеньку автобуса, не особо заботясь о чистоте руки, и усевшись задумался. Предстояло найти ответы на два извечных русских вопроса. Кто виноват и что делать?
И это не считая того, что природа вокруг бушевала яркими, насыщенными тонами, заставляя задуматься о гулящей крови и отраве. Я слышу, что некоторые наркотики дают такой вот побочный эффект. Ты глядишь на этот мир и видишь его перенасыщенного ярким. Будто кто-то выкрутил ползунок насыщенного цвета на максимум. В результате картинка природы средней полосы России напоминала не то джунгли Амазонки, но то плотное импрессиониста. Меня всегда учили, что прежде чем что-то делать, нужно понять, а нужно ли это вообще делать вообще. В идеале, конечно, лучше вообще составить план действия, но пока рановато, мало данных. А подсказываем воющим подсознанием план схватить и за голову побежать в разные стороны, я отметил, как несостоятельный. Надо просто... Глаза снова начали слепаться, я моргнул. Первое знакомство. А, я знаю, что он хотел сказать. Его ищут, а он здесь спит. Донесся голос из ниоткуда. Я завертел головой, пытаясь понять, откуда говорят. Я, прибольно стукнувшись головой о дверку, открыл глаза. Из-за яркого солнца, бьющего прямо в лицо, никак не удалось разглядеть, кто со мной говорит. Но хотя бы контуры фигуры явно женской. Различить удалось. Ну что, снова подтверждаем реноме человека-неудачника? Не успел еще даже пошевелиться или куда-то пойти, я уже где-то накосячил. Великолепно, правда? Женщина, или девушка, продолжала что-то говорить на повышенных тонах, размахивая руками, но я с трудом ее воспринимал. Перед глазами все плыло, звуки заслонил шум в ушах, и я, попытавшись подняться, сложно скатился за ступеньку. С тобой все в порядке? Нет, глупая женщина, со мной не все в порядке. Что за банальные вопросы? Голливудский фильм она смотрелась? Как обычно про себя рявкнул я. Ни слова не покинул моих губ, я клянусь. Но девушка отступила на шаг, явно чем-то потрясенная. А я наконец-то сумел разглядеть ее лицо. Все-таки девушка, очень молодая, очень красивая. У себя дома я таких называл необожителем и всеми силами избегал их компании. Слишком уж разные у нас категории, слишком разные круги общения. Если для меня однажды сходит такой ангел, то только потому, что ему от меня что-то надо. Как правило, что-нибудь напрямую связано с моими навыками. Для меня однажды сошла такая до сих пор расхлёбываю. Так что присутствие такой красоты рядом со мной совсем не добавило мне спокойствия. Реакция ожидаемая, я насторожился. Что случилось? Я старательно молчал на нее. Давай уже, дорогая моя, бесценная, говори, каким образом хочешь использовать очередного некрасивого парня, прежде чем выбросишь его. Оба сэкономим кучу времени. Давайте спросим. А, все-таки заговорил. А что делать? Кажется, мне что-то бахнулось, короче говоря, там... Запущу потом, посмотрим. Непонятно, чему обрадовалась она. Я пожал плечами. Почитающих достижений спору нет. Короче, ребят, подождите, я перезапущу все это. Все равно времени у нас там. Я буду еще снимать первый день. Пробки первый день. Так что очень долго это будет. Так что. Я наконец-то вернулся. Все исправил. Выбрал то, что у нас было. Это просто, мне кажется, багнулось. Ну, я все исправил. Теперь все. Сказать по новой. Я, как сказать, я листал очень быстро, пока смотрел, какое мне было надо поиграть. Я забыл, что я выбрал от печа, но я как набрал то, что было в предыдущем экране. Ну, мне все равно забагнулось. Ну, давайте начнем. Продолжим наше чтение. А, все-таки заговорил. Непонятно, чему обрадовалась она. Я пожал плечами. Впечатляющие достижения, спору нет. Ближе к делу. Ты почему такой злой? Все в порядке. Ответил мимоходом, удивившись тому, какой неожиданно высокий тон издала Корва. Просто прекрасно. Первый же фразы пустил петуха. Есть ли пределы плохому первому впечатлению? Скажи, пожалуйста, я постараюсь помочь. Девушка неотразимо улыбнулась. Обязательно так открыто. Ситуация эта не разрядилась. Стало только хуже. Все правильно.
Чем искреннее улыбка, тем тяжелее камень за пазухой. Все в порядке, повторил я, да? Ну ладно. Ольга Дмитриевна отправила меня встречать тебя, потому что автобус уже полчаса как приехал, а ты до сих пор не показался на территории. Ольга Дмитриевна. Колокольчик нигде не отзывался. С тем же успехом мог это мог быть какой-нибудь дай хуй пень. Понял бы я столько же. Вожатая. Пояснил девушка. Я вспомнил первого человека, который увидел открыв глаза. Ту японскую разухабистую красотку в Лайфлене. Чё ты там? Пиздец. Ясно. Так и запишем. Играли в пионеров, даже вожатых завезли. Харап тебя, конечно. Откуда с той стороны долетел звук, который я напряг память, опознал как гром. Ну что же, пионерская реконструкция. А незнакомка забеспокоилась. Слушай, с удовольствием бы с тобой поболтала, но время не терпит. Мне надо бежать, дела. И тут мы плавно подходим к делегированию полномочий. А никто, кроме меня, их не решит. Ты уж сам-то, ладно. Девушка достала из кармана сложный четверолисток. Думаю, ну а сама тебе приготовила. Ну ладно. Развернутый листок оказался картой. Ёб твою ж ты. Смотри, мы здесь. Она показала на прямоугольник. Чьим-то красивым почерком написано как стоянка. Там был жирный красный крест. А тебе надо вот сюда, к этому к дому Ольги Дмитриевны. Если кто не понял, вот сюда. Прям. Это она прямо вот так. Так. И так. Она с вами один раз вот. Если. Я не знаю, конечно, если слава выберем, то. Мы будем так и вуаля. Это так. Да хз, давайте должен. Ты же умеешь по карте ориентироваться, правда? Девушка улыбнулась так, будто да и не отрицательный ответ был невозможен. Не, попробую. Замечательно. И на будущий совет. Ну-ка, что так у вас не верить никому или быть добрее к людям? Вы такая банальность, дурочка малолетняя. Девушка снова вздрогнула, будто ловит мои мысли. Понимаешь, сейчас уже начало смены, ты очень сильно опоздал. Она передернула плечами, будто раздряв особо. Я молча кивнул, мол, понял, я опоздал на начало смены лаги. Да еще и за бесплатно. А тебе еще и одежда такая. Она накинула взгляд на мои джинсы света. Да уж, получше твоей пионерской подделки. Уж простите, меня в ваш закрытый клуб записали, не спросив моего на то желание. Вот терпите меня теперь. И не выдержу я, пауза явно затягивалась. А в лаге есть свои традиции. В общем, если вдруг увидишь группу людей с ведрами, беги, скорее всего, по твою душу. Бля. Выглядело это логично. Если уж реконструировать эпоху, то полностью врачай и штрафные. Принято. Кивнул я. А я убегаю, прости, и дорогу, пожалуй, совенок. Теперь она уйдет, и я вздохну чуть свободнее. Хоть немного оценю обстановку. Нет, мы на НАТО. Я хочу заработать кармы. А это... Не, просто не же такая... Так тебе послали. Вообще нет. Она задумалась на несколько секунд. А потом тряхнул головой. Ну ты же прав. Вместе мы дойдем гораздо быстрее. Пошли. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Ах, прогулки с девушкой за рукой. Какая это романтическая глупость. Будто вам 4 годика, и вы держитесь за очко и набираете картошку. А группе ожидает стакан с киселем и смешила бабушка-воспитательница. Я уже и забыл, когда последний раз так с кем-то ходил. Но все вымело из головы, когда мы вырвали из автобуса. Потому что взглядом ему открылась картина, что последовала меня всю мою сознательную жизнь. Я не мог вспомнить, когда мне впервые приснились эти выкрашенные шаровой краской ворота. А, блин, меня тряхануло. Но помню их детально, в подробностях. Подколочка сверху, уходящая дальше от кирпичной стены в обе стороны, настолько хватало глаз до пятиконечной звезды на стыке створок. Разве что всегда царила ночь, когда я во сне оказывался здесь. Ой. А сейчас был день в самом разгаре. Да и был я не во сне теперь. Что за... Извините, увлекся много. Не во сне теперь. А самое что ни на есть наяву. Ой.
Я прибольно щипнул себя за руку, но не проснулся. Ты чего встал? Пошли. Понимаешь, я видел это место во сне. Понимаешь? Мне хотелось биться головой о мягкие стены, орать, срывая горло. Дайте мне галоперидол, аминозин. Что угодно для того, чтобы предотвратить, что это и правда неправда. Я не обвиняю, но меня не стоит обвинять. Выдавил пересохшее горло. Полузадушенная паника снова подняла голову. Приди себя. Отстраненно быстро пощечины, не оставляющий даже боли в нервных тенюнах. Ох, у тебя снова кровь. Я стою шатаясь, глотаю горькую слюну. Закатываю глаза, старательно качаясь в противофазе с гравитацией. 4 выдоха, 2 вдоха. Пульс, шум в ушах. Под носом прикосновение ткани, уже влажной. Я толкнул ее в сторону. Куда лезет, больная? И сломался надвое. Вывернулся наизнанку, моля о смерти, как об избавлении от страданий. Болели корни волос, глазные яблоки, череп. Как мне не везет с этими звонками, конечно же. Ну, продолжаем. Так, и вот. Мне понимают чьи-то руки. Помогли удержаться, удержать равновесие и повели куда-то аккуратно, спокойно. Откуда это сверху что-то бурчало, бормотало? Перепугал ты меня. Я чувствую себя сидящим на бетонном перебрике. Я со мной сидела все та же, но выглядела девчонка. Ты чем болен? Предукулезом и простудифилисом. Вот пристало. Похоже все. Похоже. Я прекрасно помню, как воскресая каждое утро, разве что в этот раз все немного усугубилось с жарой. Так что было бы неплохо пару таблеток баралгина. Лучше, конечно, ножпы. Но после одного любопытного случая ножпы на меня больше не действуют. Здоров я. Ответил я, восстанавливая вертикальное положение. Пошли. Ты не выглядишь здоровым. Сомнение произнесла девушка. Давай не будем спорить о моем здоровье. Я был готов идти дальше, в одиночестве. Но девушка, похоже, приняла к сведению и, все еще немного сомневаясь, стала рядом со мной. Хорошо, если ты так считаешь. Она толкнула створ к ворот, пропуская меня, и зашла следом. Прибытие. За этим казался пионерский лагерь. Удивительно, правда? Все новенькое, свежее, бетонные плиты, которым вымощена дорожка, еще не побиты, хотя тут и там уже успела пробиться зелень. И то, что меня всегда поражало в таких местах, с удивительным мастерством вписанные в природу дома. Вековые сосны, непритворенные неровности ландшафта, ставшие декорациями. По обе стороны дорожки располагались какие-то небольшие здания, выглядящие одинаково обшарпанное. Однако, то, что было справа, было наглухо закрыто, а вместо деревьев полностью занял пожарный щит с баграми, коническими ведрами и красными огнетушителями. А вот здание слева было куда интереснее. Судя по вывеске, это здание кружков по интересам. Или как претензиозно заявляли авторы вывески «клубы». Что с голосом происходит, ну ладно. Что гораздо важнее, там была какая-то девушка. Еще одна красавица в этом тревожном месте. Она улыбнулась моей провожатой, но немного споткнулась, когда перехватила мой взгляд. Тут же смутилась, потупилась и покраснела чуть ли не до слез. Я серьезно, у нее глаза заблестели. Ну да, так и все начинается. Сначала пребывание из зимы на Икарусе, затем западаем со скоростью одна привязанность в минуту. А дальше, как обычно, веселый дом с желтыми стенами, вежливые санитары и рубашка от Кардена с завязками на спине. Я отправил практически в таком же ступоре, тоже застыв, раздумывая, стоит ли подойти с риском спугнуть или предоставить инициативу ей. Честно сказать, самым вежливым сейчас было бы уйти. Я был бы сам крайне себе благодарен, если бы оказался в такой ситуации. Но почему? Ну, почему-то на ноги не идут. Молчание становилось пугающим, и я уже решил бы расчистить горло, чтобы хоть как-нибудь превратить тишину, как нам помешали. Ульяна, чё ты задумалась? За синие кусты затрещали, и на дорогу выскочил кто-то.
Кто-то невысокий, в алой футболке с надписью «СССР» и с мордочкой вечной жизнерадостной, счастливой и покосливой младшей сестры. Рыжие до краснотой волосы, стянуты двумя хвостами ракетами. Смазливая внешность, которая уверенно портила бездна лукавства, вещает над небом в голубых глазищ. Издалека она казалась совсем маленькой, и по возрасту определенно была младше всех, когда я тут видел раньше. Я хотел что-то сказать или спросить, но не успел. Красно подскочил к девушке и о чем-то начал рассказывать, возбужденно размахивая руками. Та же, в свою очередь, смутилась и потупила взглядом и ничего не сказала. «Ульяна!» «Да, гражданин начальник!» Искренне улыбнулась мелко. «Ульяна!» Снова по слогам произнесла моя провожатая. «Ну чего?» «Да не притворяйся, все ты поняла». «Бу-бу-бу, Киллджой косатый!» «Киллджой косатый там...» Она про нее там вожат, этот пенер вожатую. Киллджой косатый, да. Ну, как там сказать, я не знаю, как ты переводится, вот это СССРские слова. Это надо... Это искать надо. Как-то пишется, хорошо пишется. Ну, дулась мелкая, разжимая водой. А тут в зенит мгновение улетело что-то продолговатое, зеленое трещание на лету. Это что, кузнечик? Красновосы топнула ногой, показала нам язык, улетучилась. Я вот это покажу тебе. Зеленоглазка немного постояла, приходя в себя. Видимо, поняла, от чего ее только что спасли. После чего, выдавив нечто невозмутительное, вернулась обратно в клубы. Вот это ж бывает. Неплохое начало, что еще тут можно сказать. Я покосился на свою попутчицу. Ну та безмятежно улыбалась. Ладно, окей. Я понял, принял правила пионерии. Традиции розыгрышей кузнечики в кулаке. Мне тоже надо будет ходить в коротких штанишках. И кто-нибудь наконец прибьет меня по спискам и вернет обратно в родину с извинениями. А на родину с извинениями. Впрочем, судя по всему, проверками занимается как раз Ольга Дмитриевна. Значит, придется с ней познакомиться. Блондинка нетерпеливо подергала мне за руку, и я подчинился. Да отпусти меня, да убей меня, пожалуйста! А я голову сам собой закрадывал... Блин! А в голос самим собой закрадывались странные невнятные мысли. Девушка симпатична. На что симпатична? Я в реальности такой красоты никогда не видел. А на экране решил бы, что это фотошоп. Сана, наверное, могла бы сравниться с ней. Но для этого пришлось бы сбросить годков 6. Держит меня за руку. Интересно, а если бы у нас была возможность познакомиться поближе, получилось бы у нас что-нибудь? Я не особо обращался на свой счет, привлекательность моя ограничила к спринтусам, но всякое же на свете бывает. Не надо так сосредоточенно разглядывать мой затылок. Я не затылок смотрел, а на косы. Насмеялась незнакомка. Сейчас отведем тебя к Ольге, а потом посмотрим. Хочешь, я тебе потом в лагерь покажу? Не дождавшись моего ответа, она свернула на какую-то узкую тропинку, судя по всему, ведущую с ощутимым сокращением. И несколько минут спустя остановилась возле приметного домика. Ажатая! Домик был забавным. Такие обычно рисуют дети. Треугольник с одной дверкой. Это да еще не отвоевывающее себе пространство пустых сирени. Сложились в удивительной красоты натюрморта. Достойный кисть любого художника. Или пейзаж, или портрет. Ну тебя. Что стоишь, пойдем. Вывел меня из замышления девочка. Тут мне в голову пришла одна мысль, которую следовало бы озвучить. Да хотя бы из вежливости. Я нахмурился. Не то чтобы я настаивал, но мы же не знакомы еще, да? Она рассмеялась. Но я правда, извини. Меня все в лагере называют Сави. Ясно. Я замолчал. И молчал долго. Пока у девушки не лопнуло терпение. Раз ты не скажешь, что тебе очень приятно. Какая прелесть. А мне приятно или не очень? А, да. Согласился я. Блин. Немного подождав, девушка махнула рукой, видимо, поняла, что кажется, со мной не сваришь. Иди отсюда. Давай. Открыто. Меня зовут Сави. Просто если тебе вдруг интересно.
Не дожидаясь моего ответа, она толкнула дверь, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Здрасте, Ольга Дмитриевна! Вот он я, ваш неугомонный Семён. Пришел, чтобы вы меня отправили домой. Внутри домик выглядел именно так, как и ожидалось. Две кровати, столик, стулья, пара шкафчиков и постер с несравненным Жаном Море в роли Фантомаса. Ну его. Ничего себе, естественно. Хотя под части бардака этот домик легко мог подвигаться с моей квартирой. Вот за окном стояла девушка примерно моего возраста. Что-то читала в ежедневнике. И, разумеется, как и всех прочих представителей прекрасного пола, встреченных мимо мной тут, природа не обделила ее ни лицом, ни фигурой. Хоть это радует, помирать в компании прекрасных дам, если буду, конечно. А вот и ты. Когда я выходила из автобуса, ты еще спал. А, я когда... выходила. Неужели только проснулся? Да. Все с тобой ясно, за Соня. Меня зовут Ольга Дмитриевна, я твоя вожатая. Со Славой, думаю, ты уже знаком. Она моя помощница, что если вдруг возникли какие-то вопросы, можешь смело обращаться к ней. Вышеупомянутая помощница улыбнулась. Она улыбнулась, сводя все к шутке. Ну, а я решил подыграть в фарсу. Вожатая, значит, а я, значит, пионер. Хана ему отвечаю. Не коверкай слова Сима, а мне хана, я же себе играю. Ты теперь часть отряда, а значит, я должен сделать из тебя образцового пионера. Да вы меня посмотрите. Да вы на меня посмотрите. Да, вы посмотрите меня, ни хрена не на пионера не похож. Я же когда я раздевался. Я что, похож на пионера? Вот, да, точно. Я что, похож? Ольга замолчала на пару минут, задумчиво изучая мое лицо. И будто это было недостаточно. Вокруг меня пришло прошествие. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но похож. Где? В какой стороне? Если сзади, это не считается. Вот впереди я ни хрена не похож. Я тоже так считаю. Да вы вообще мне лицо смотрели. Вы там говорите, да, похож. Вы не, меня не пошли, вот сразу бы пошла. Это смотрелось бы. Оп. Я не пионер, я обычный. Russian Federation человек. Ладно, девочки, я решил сворачиваться на день. Мы пошутили, я тоже посмеялся. Пора заканчивать концерт. Семён, ты заговариваешь. Может, доктора позвать? Хорошая мысль, Славя. Приди, пожалуйста, доктор Виолова. На слово «доктор» Славя среагировал странно. Покосился на вожатую, приподняла вновь немом вопросе. Ну и дождавшись ответа, вышел на улицу. Да какого доктор Виолова? Вы что, тут все с ума посходили? Умитесь, это уже не смешно. Я снесся, когда Ольга меня быстрыми шагами пересекла помещение и, взяв меня за плечо, развернул носом к зеркалу. Ох, ты ж, ё! Я отказался верить тому, что я увидел в зеркале. Из подчёлки взирала товарищ лет 17, будто немного уменьшенный относительно меня настоящего. А я-то все гадал, почему сваливаются штаны, почему ботинки стали будто на размер больше. Разлагаться ножки даже решилось мгновенно. Оставалось случай безделиться, просто понять. Это что, я? Не, это что, я? Поток загружился и начал заливаться назад. Не знаю, что вы со мной сделали, но верните меня! Верните мне меня, вы, я! Я готов. На гнезд полк подпрыгнул и со всей силы срезал мне в лоб. С ним такое, Славя, когда Виолетта Церемон опять будет? Через 5 минут, Ольга Дмитриевна, она сказала ей, какое-то лекарство надо взять. Быстрее бы. Я помотал головой и попытался подняться. К несчастью, силы совершенно оставили меня. И все, что мне оставалось, это безучастно пялиться в потолок. Бля, а как бы читать, если смотреть на потолок? Как-то попытаюсь. О, все, додумался. Вот так. Вот, я смотрю как раз и на потолок, и на экран чтения. Ну, наверное, мне будет плоховато слышно, но я попытаюсь. Так, микрофон, извините за такое шуршание. Я ощутил, как мои пальцы кто-то осторожно сжал. Семён, ты только волнуйся, хорошо? Ой, неудобно читать, отвечаю вам. Я же доктора позвала, она уже она нас лучше всех мигом себя на ноги поставит. Пионерка, не тяжай мальчика, ты можешь повредить его самооценки.
раздался в комнате новый голос. О, у нас новое действующее лицо. Местный бестиарий блещет разнообразием. Это кто же? Ёж ты, её образование, блин. Это Церна Коллайдер. Я не спрашивал вас, я думаю, всё мои мысли, как вы поняли. Она подмигнула. Но для тебя можно просто Виола, пионер. Спасайте. Мне плохое предчувствие. И руки спорно бегая по моему телу, проверяя рефлексы, лимфатические узлы, дыхание, хотя я готов поклясться, что Виола меня лапает. Именно так, несмотря на все заверения профессиональной неизменной сестры, я густо покраснел, а Славя, видимую реакцию, кажется, очевидно догадалась и подозрительно посмотрела на сестру. Вот у меня сейчас шея сломается. Виолетта Церевна, что вы можете сказать о состоянии Семёна? Нормальный здоровый пионер. Немного на солнце перегрелся, плюс акклиматизация. Пара дней после отсыпается и меньше на солнце сидит. Помогав мне под носом падкой с шатырем, не замерила Виола. Сейчас придет себя. Напоите бульоном и распоряжусь на кухне. Вечером можно кефир и пара булочек. И никаких ранних подъемов, верно, пионер? Она многозначно посмотрела на меня и медленно подмигнула еще раз. Меня изнасиловали! Мне просто изнасиловали! Верно, для меня это вредно. Закончив осмотр, она одарила меня еще одним многозначным взглядом. Так что я поспешил отправить футболку. И исчезла за дверью. Фу, шла, блин, с этими образованиями, блин. Превосходно, Семён. Пойдешь себя и машь на белевой склад. Притащишь себе матрас и постельный белье. Пионер должен самостоятельно ухаживать за своей постелью. Я посмотрел на Славя. Встретимся там. Убедившись в том, что моему здоровью ничего не угрожает, Славя улыбнулась и последовал вслед за медсестрой. А, блин, точно. Блин, ай. Сейчас, подождите. Так как я не увидел, что мы распяли на футболку, значит мы уже стали. Извините за это. Пойду и я. Располагайся пока здесь. Потом подлечим тебе местечко. Вечером по расписанию ужин. Не забудь. А что там с бульоном? Заправишь кровать и сходишь в столовую. Безапелляционно, заяви уважатая. Справишься? Ну да. Вот и хорошо. Увидимся за ужином, Семён. Не забудь переодеться. Спасибо, не хочу одевать короткие шорточки и рубашечку. Она выпрыгнула за дверь сесть за свай. Чего? Ладно. Потом я благополучно посеял в автобусе. Так что дело было за свитером, и я тут же избавился от него, повесив на спинку кровати. И снял ботинки, поплявшись себе либо раздобыть нормальную обувь по погоде, либо ходить босиком. Я остался в одной футболке. Индиго Дэмин. И призадумался, не слишком ли это будет вызывающе, носить такие вещи в советском лагере. После секундных раздумий решил, что футболка летом будет уместнее свитера, даже с буржуйской надписью на груди. В конце концов, днёка вон в эсерке бегает, и ничего, чем я хуже. Буду причищать массы к плетёному хлопку. Электроник. Что ж, ответ на вопрос можно поискать и на сытый желудок. О боже, блин, что тут будет долго первый день. Давайте я половина первого дня здесь становится. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас. Залежался от смотра потолка и смотрим этого текста. Пришли, повторюсь еще раз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И включайте колокольчик, потому что я... Могу одно сказать, я каждый день транслирую. Так что не пропускайте мою трансляцию. Всем пока. Всем привет, с вами снова я, Вариан. И мы продолжаем. Бесконечное лето, мод среднее лето. Как всегда, как говорил в прошлом видео, я буду проходить игру Root. Так что наслаждайтесь видео. А я начинаю. Что ж, ответ на вопрос можно поискать на сытый желудок. Как в той самой пословице про то, что русские голодные живут не думать, не делать не хочет, а насытый, понятно, не может. Я шел по дорожке, и тут меня окликнули. Эй! Я оглянулся. Надо же! Первое существо мужского пола, которое я сумел встретить.
Стрёпанный парень с россыпью мелких веснушек. Лицо классическое среднее. Семён у нас уже есть. Значит, либо Василий, либо Сергей. Угу. Привет. Он протянул руку. Рад познакомиться, я электроник. Настоящий, можешь меня так звать. Настоящий электроник. Конечно. И под рубашкой прячет вилку на 220 вольт. Косплейщик, что ли? Не скутит земля русская идиотами. Понятно. А Оленка меня еще сыроежкой называет. Судя по недовольному выражению лица, ему это прозвище категорически не нравилось. Кстати, довольно метко такого гриба еще поискать. Фамилия у меня такая, сыроежки. Я так и думал. Ты только это, не волнуйся, ладно? К сожалению, его рукопожатие было достаточно твердым. Я не успел отобрать руку, а он уже переключился на новую тему. Как же не волноваться? Нам тебе постель притащить надо, а еще не столько влаги показать. Пошли быстрее. Он развернулся вправо, и, не глядя, иду ли я за ней, устремился в сторону площади. А это правда, что ты в зимний одежде приехал. Я внимательно глядел себя, футболка, джинсы, да еще и босиком. Фигня. Вот и я так подумал. Тут Урянка опять сплетни спускает. Урянка — это та мелкая, рыжая, проказливая. И вообще веры мало. Но девочки могут и поверить. Не хана. Спустя пару минут мы уже подходили к серому сарайчику с огромными воротами, с торцевой стороны. Ты не думай, это просто снаружи так. Ну ты там изоляция, все чисто. Там ведь не только белье, там еще инвентарь всякий, и лыжи, и мечи. Вот. Лыжи? Вот что, еще и зимой звезды бывают. Мне пока не везло. Говорят, здесь очень весело в Новый год. Наряжают генту и елку из угодья привозят. Огромную, голубую. Хотел бы я на это посмотреть. Какие твои годы? Увидишь еще. Он уже начал откровенно доставать свои болтологии. И я поспешил напомнить ему о цели прогулки. Приди к костелянше, или кто у вас в дверях заведует. Мы обошли здание и приблизились к красавице настежь двери. Через нее можно было разглядеть полутемное посещение с трехэтажными деревянными полками. На каждой из лежали свернутые рулетом матрасы. В качестве начинки выступая подушка, обернута в тонкое шерстяное одеяло. Ой, ребята, подождите, сейчас я выйду. Брехня. Извините, ну такое у меня сейчас выражение такое. Брехня. Я еще и чисто в мысли я еще побольше видел. Несколько минут спустя из-за пола появилась трепанная и покрасневшая Славя, отдергивающая одежду. Че там такого? Нормальная спортивная одежда. Не, я смотрю на текст, не обращайте внимания. Я чего-то не знаю. Осторожно поинтересовался электроник. Я же стоял в ступоре, как и всякий раз, когда случайно оказывался втянут в чужие тайны. Я определенно чего-то не понимаю. Можно же было просто перевести меня сюда и проконтролировать бульон, выдачу формы, глажку рубашки, установку на довольствие и целую кучу других тонких моментов. Сара смеялась, увидев мои квадратные глаза. Упс. Извинения приняты. Забирайте постель, какая нравится. Ладно. Форму я пока отглажу и приведу в порядок. Сегодня походишь цивильным, хорошо? Я кивнул. А можно еще посмотреть? Несколько минут спустя, сбросив постель в домике вожатой, я уже двигался в сторону площади. Экскурсия. Начнем экскурсию с площади. Там все наши достопримечательности, легенда и... Я скептически приподнял бровь. И... Он потерянно озирался и вдруг просеял. И... Лена! Что? Подождите. Генда и... И Лена! Лена не статуя, не достопримечательность, она обычная девушка-яндерка. Кто сражена? Знаменитость, блин. Во, давайте к ней, давайте все будем с ней знакомы. Знаменитость Лена, все знакомьтесь. Смотри, Семён, Лена. Не спорю, Лена, девушка видная. Но называть ее достопримечательностью? Во-во-во, я подаю смешок. А она в курсе, как ты ее только что окрестил? Конечно. Вот, блин.
Бля, от такого смеха я чуть не подавился. Он подскочил к девочке из-за таратория. Элена, привет! Это новенький Семен, знакомься. Ну, как-то сказать бы знакомы. Что и говорить. В памяти заметались мысли. Привет. Мы вроде уже заочно знакомы. Да. Фу, блин, что-нибудь женский говорит. Она на секунду оторвалась от книжки, взглянула на меня и тут же, покраснев до самых ушей, спряталась за книжку, изо всех сил стараясь не замечать нашего присутствия. Я невольно улыбнулся. Насколько ее поведение напоминает мое собственное? Нет, краснеть-то я не стану. Староват уже до таких дел. Ни хрена. Но в целом попытка спрятаться от собеседника мне близка и понятна. Ну ладно. Недолго будем тут стоять в достопримечательности Вены. Впрочем, судя по картинке в зеркале, моя старость осталась на морозных улицах города. Ладно, пошли дальше, тут еще куча достопримечательностей ждет. Если ты покажешь мне следующую столовку, это вообще не достопримечательность, это просто... Да боже, что больше со мной. Вот и поговорили. Похоже, электронику достаточно поздороваться с человеком, чтобы считать его чуть ли не другом. Тут дело я... который забывает имя человека через 5 секунд после того, как оно было произнесено вслух. Приятно было познакомиться. Лена. Лена. Крикнул я через плечо, увлекаемый дальше неумелым гидом. Лена вздрогнула, и хотя мне это казалось фантастичным, покраснела еще сильнее. Дайте мне кармы прибавить! Какие еще достопримечательности покажешь? Сейчас. Что-то я прям чувствовал, что прям покажет мне эту столовку. Мы уже подходили к новому объекту интереса. Так несложно было догадаться по приземистым чертаниям. Перед нами была столовая. А здесь у нас... Да-да, я уже догадался. Здесь мы принимаем органическую пищу. На крылечке стояла девочка с рыжими волосами, с колотыми заколками два хвоста. Мою плоскую остроту она восприняла одобрительно и даже усмехнулась. Видимо, мои шутки от Евгения Вагановича будут обладать определенной популярностью. Это электроник перешел на шепот, который не услышал тут только глухой. Наша Алиса. Она всегда в плохом настроении. Девочка пожар, девочка брызги. Такая злая? Да нет, просто она какая-то фамилия Двачевская. Ну только попробую ее назвать ее Двачи. Беги! Беги, пожалуйста, давай за тобой побежит. Чё ты там вякнул? Алиса на мгновение спрыгнул с крыльца и бросился в нашу сторону. Ладно, дальше сам как-нибудь. Что с унылым лицом спросил я у простого воздуха, пустого воздуха. Ребенок висит простой. А я почему-то замер и наблюдал за приближающей погибелью. Что ничего не делать? Что карма у вас будет? Поранявшись со мной, она одарила меня с особым злым взглядом из своего арсенала. С собой еще потолкуем. А что я? И ничего. Я безмятежно пожал плечами. Жизнь добавилась улыбка. Почему-то виноватая. Не достоив меня ответом, Двачистка кинулась за электроником. Я помогу вам белым платком. Удачи вам, ребята! Судя по всему, дальше меня никто не будет доставать. И время должно можно посвятить ближе блаженной праздности. Я наобум выбрал направление и отправился в сторону, откуда раздавались ухруки и удары по мячу. Там явно играли в футбол. Некоторое количество времени спустя я добрался до искомого поля и, расположившись на одной из стоящих по периметру поля скамеек, задумчиво уставился на поле. Матч был в самом разгаре, и я поневоле засмотрелся. Никогда у меня не получалось неплохо обрабатывать мяч. Однако приоритеты спорта себя никогда не включали. Дети резво носились по полю, однако даже из постоянно двигающейся толкучки выделялась одна, самая быстрая, самая непоследливая. О, я сразу узнал красноволосую. Понимаю. Недавно славя ей гадость сделать, а энергию выпускать надо.
Под ноги подкатился мяч, и я, приняв его за нового, запулил обратно. Да, не лучший мой удар. «Эй, ты!» — крикнула девочка. «Кажется, ее звали Ульянка, если только электротип мне не набрал. Пошли играть!» Я задумался. «А почему бы, собственно, нет?» Закусанный босиком и в теплых брюках играть как-то... «Давай в другой раз. Ты скучный!» «Ну извините, я как бы буду бегать босиком в джинсах?» «Ну давай я сейчас маленький один, а приду, будем играть. Как тебе такое?» Припечатав глаголом напоследок, она вернулась к игре. Я слез со скамейки и ради разнообразия обратил внимание на настоящие туже турнички. Так давно в моде было слово «воркаут», означающее самое тривиальное — любовь повисеть на турничке. Я, посмотрев пару роликов на ютубе, даже стал ходить на свой турник во дворе, а так обычно забросил это дело. А ведь раньше кое-что смогал. Надо посмотреть, что за тело мне подсунули, и способна ли она подтянуться хотя бы десяток раз. Пальцы непривычная нагрузка. Ну и какие никак не хотели бы укладывать правильно. Потом куда-то увело центр тяжести. Наконец, наорав на себя, я подпрыгнул по весу на перекладине, ровно держа спину, и раз, два, три, четыре, пять. Раздался хор за спиной. 25, Маша, вать. Тоже наши бесплатные развлечения. Я мгновенно разжал руки и спрыгнул на землю. Шоу закончено. Я расклонялся. Можно подумать, счастье в количестве подтягивания. Поняв, что на слабо, я не ведусь. Девочка хотела бы вернуться к игре, но я прервал сигнал горно. Бегом до столовой, кто последний, тот тухлый помидор. Дети загалдели и, толкаясь, бросились по направлению к столовой. А я неторопливо двинулся за ними. Ужин. Пошли до ужина. Заебись. Заскочив по дорожке к умывальнику и сполоснув руки холодной до ломоты в пальцах водой, мы зашли в помещение столовой. Что ж, столовая как столовая. Длинные столы на 20 человек, выстроившие стен, стоит чуть короче по другую сторону прохода, чтобы обслуживающий персонал с тележками мог подобраться и сервировать или убрать со стола. Кафель на полу и стенах стулья из нержавеющей стали и колонки под потолком, на случай, если на улице будет дождь. На особице стояли небольшие столики, судя по всему, для персонала. За одним из них я разглядел какую-то фигуристую девицу, примерно моего возраста. Бывшего. Что? Бывшего возраста. А ты еще кто такой? Твоя интуиция, балда. Приблизившись, я узнал в ней медсестру, осматривавшую меня. Виолетта, кажется. Вёпа приветственно кивнула, прихватив мой взгляд. Место рядом с ней занимала та самая циановая девушка. Она быстро улыбнулась мне, прихватив взгляд, и снова вернулась к тарелке. Ты кто? Мико. Ладно. Значит, она мне не приснилась. Здорово! Интересно, как в этом лаге относятся к крашенным бирюзовым цвет волосам? Вообще-то не настоящие. Семен, сейчас тебе место найдем. Вожатая подвела меня к паре столов, которые, судя по всему, принадлежали моему отряду. И, немного подумав, указал пальцы на свободное место рядом с мелкой. Здесь и будешь сидеть. Двачевская, стоять! Оно чуть не из воздуха добыло ружье молнием. Не случится к закону пирос котлеты. Чего еще? Ты во что одета? Форму. Расстегнутая рубашка, завязана узлом на животе, демонстрирующая отсутствие всех лишних предметов одежды. Панди и пионерский галстук, завязанный на запястье. И именно так и должен ходить настоящий пионер. Немедленно приведи в порядок форму. Как скажете. Она неторопливо потянула узел рубашки. Отвернись к стене, горе луковое. Я не выдержал я. Принесся саботируешь ужин у половины лагеря. Чего они там не видели? Ничего не видели, они еще маленькие, еще рановато им это видеть. Алиса последовала моему совету и, поправив форму, селась по ту сторону прохода. Между делом окинув меня косым взглядом. Ольга Дмитриевна, мне глупый вопрос. Обратился я к вожатой, понимая, что сидеть рядом с мелкой крайне чревато. Да рекомендация добрейшего доктора Виола следовало бы выполнить. Все глупые вопросы после ужина. Сиди, съешь, давай. Собака!
Тем самым вожата ответил на то, где видала все эти рекомендации. Видимо, есть и... Боже мой. Подожди, вы... Что мне проблема сейчас? Извините за это шум, но я не знаю, что сейчас происходит. О, все. Видимо, я исчерпал плоту глупых поступков на сегодня. Делать было нечего. Что за дитя? В конце концов, какая разница, с кем сходить? Если мне важнее содержимое тарелки, а не окружение. Эй, пссс. Чего тебе? Почему играть с ней не стал? Это одежда была. Ты что, одежда играть собрался? Ульяна, не мешай Семену. Сделал замечание вожатая. Ладно, садись, съешь. Она подмигнула, а я повернулся к своей тарелке и обнаружил, что конфета пропала. Прикинув одно к одному, сделав поправку на уже сложившуюся репутацию Ягозы, я обернулся к ней. Котлету. Большой семье клювом не щелкает. Ах ты маленькая. Карма прибавится. Где у нас карма прибавится? Я сейчас все проверю. А, во. С первого раза, так, блин, попал и карму прибавил. Я просто посмотрю на нее и протяну тарелку. Улечка, солнце мое. Давай не будем делать глупости. А, понял. Улечка, солнце мое. Давай не будем делать глупости. И вернем котлеты их владельца. А? А не то нет, тебе сейчас это пюре на голову надену. Да нет у меня ее. Сам смотри. Она показала на свою тарелку, где оставалось меньше половины пюре. И, разумеется, ни одной котлеты. Ты съела. Так, стоп. Она мгновенно схватила мою тарелку и пропала. Замечательно. За один ужин я лишился и мяса, и гарнира. Тебе уже кто-нибудь говорил, что ты осел? Жизнь, боль. После нескольких минут Ульянка вернулась с новой порцией горячего. Питайся. Она поставила еду передо мной. И помни мою доброту. Спасибо большое. Чё-то мне не нравится. От души поблагодарил я, отметив краем сознание, что девочка уже куда-то смылась. Она не так уж и плоха. Ладно, сейчас важнее всего правильное и здоровое питание. То, что я с утра ничего не ел, дало о себе знать, и я за душой ткнул вилкой в котлету. Это сделать из благолепия на тарелке мою любимую тюлю перемешку из мяса, пюре и горошка. Я уже почти был отпустил благословенный ароматный кусок мяса, как вдруг заметил на тарелке шевеление. Блин, извините. Перейдя взгляд на тарелку, я отпрыгнул назад, спускаясь в ту стенку. Мать честная, это что, живое? Это что, скалопендра? Личинка чужого? Еще какая-то непонятная гадина? Я с криком шлепнулся на кафельный пол. Неведомая тварь неторопливо развернулась и, выбрав направление, все ускоряясь, понеслась. Ко мне! С громким криком я взял разбег, передвигаясь исключительно в карачках, и даже преуспел, пока не финишировал затыкку об стену. А инопланетной мерзостью стремительно двигалась за мной. Шутки шутками, но для моего голодного рассудка это казалось чересчур. И каждому воздастся по грехам его. Ульяна! По внезапной опустившейся на столовой тишине, мой крик раздался особенно громко. И, судя по деретевшим от дверей довольно хиканью, достиг ушей адресата. Вот так, увидев выражение моего лица, она расхохоталась уже в полный голос. Рыжим метелом несся сквозь двери, справедливо взимая форму. Погоня. Маленькая дрянь выскочила с отрыва в 10 метров, но ее от нее это не спасет. Я выскочил в крыльцо и огляделся. Дорожка к площади мелькнула и скрылась за поворот какая-то невысокая тень. А то с этим затрещали кусты на юге-востоке по направлению в сторону футбольного поля. Давайте на площадь бежим. На спортплощади, кажется, там Юля была. Юлиана. Сколько можно уже убегать? Волка ноги кормят, но я сегодня что-то все больше бегаю, чем кормлюсь. За весь день я даже воды не попил. Откуда же силам взяться? А еще эта мерзавка... Я еще не очень хорошо придумал, что сделать с Ульянкой, когда я догоню, но это будет очень медленно и мучительно. Пробежав весь лагерь насквозь, я начал понимать, что где-то разминулся жертвой. Я остановился, со злостью ударил кулаком
по дереву и, согнувшись, попробовал остановить дыхание. Ай, время было уже позднее, и делать что-то в потемках не хотел совершенно. Если ничего не перепутал, то здесь можно будет выйти к клубам. Заблудиться еще не хватало. Будь апофеоз, неудачника. Замети, да еще из тыла попробовал узнать здание, которое видел раз в жизни. К счастью, чутье меня не подвело, и тропинка привела меня точнехонько к зданию клуба. Если не так и не заглянул туда, может там можно будет хотя бы разобраться с тем, куда я угодил. Я вижу, постучал. Вновь внимание, пункт презрения. Подёрнув дверь, я обнаружил незамеченный до сих пор закрытый замок. Не судьба, заключил я. И подумав, решил прогуляться к воротам. Спасательница. У ворот уже кто-то стоял. Кто здесь? Я вздрогнул неожиданно, а неизвестный произнес знакомый уже голосом. Привет. Привет. А что ты тут делаешь так поздно? Нервы и так ни к черту. А тут еще эти силуэты. Я задумался о том, где бы раздобыть сигареты. Китайская марка Тюсы тоже бы подошла, я неприветливый. Да и нет у меня своих. Моя пачка успешно укатилась вместе с автобусом. Я видел, ты за Ульяном побежал. Спасательница. Собеседник вышел под свет фонаря, и я, наконец, разглядел, с кем честь имею. Славя, я грубо уставился на свадьбу. Она теперь уже тоже издеваться будет. Не догнал? Нет. Удивленный ее участием, я немного растаял. Потерял где-то. Ничего удивительного, никто не может. Не ты первый. Ничего, Земля планета маленькая. Ты, наверное, голодный? Ужить тут тебе не удалось. Я хотел бы прочитать ее гневную и гордую отповедь в духе. Не надо со мной как с маленьким ребенком. Однако, мечтательная китовая песня жутко растаяла все точки. Сара снова рассмеялась. Пошли покормим тебя. Ага, вот так просто, пойдем покормим. Не то, чтобы я бы решительно был против, но не верил в благотворительность. А как же режим, график, все такое, стол закрыто? Что-нибудь придумаем. Рассмеялась девушка. И что ты можешь придумать, интересно? Проворчал я. Накормить тремя хлебами 100 000 страждущих, будто ты торрент-трекер. Начишь, как старый дед. Фыркнула девушка. Мы идем? Да, конечно, спасибо. От такого предложения грех был отказаться. Конечно же. Когда мы вышли на площадь, уже окончательно стемнело. А Соя почему-то смутившись сказала. Слушай, похоже, с тобой не получится. Да кто бы сомневался, Болтунья Петровна. Я все забыла, там сегодня санитарный день. Так что, скорее всего, выбросьте все абсолютно все. Извини. Ага. Я развернулся направо во свояси. Но не ушел далеко. Семёр, подожди. Она бегом догнала меня. Ты даже не дослушал, куда ты так бежишь? Спать. Не то, чтобы это было так приятно, спать на тыщах. Ну и ничего непривычного в этом тоже не было. Просто я хотел сказать, что у меня с прошлого родительского дня кое-что осталось, если не побрезгуешь. А значит, все-таки благотворительность. Никогда не брезгал халявой. Дают — бери, бьют — беги. Сам улыбнулся и повела меня к домикам. Ее дом, который она делила с какой-то неизвестной мне Женей, находился на второй улице. И чтобы попасть туда, надо было пройти мимо столовой. Но на крыльце уже кто-то был, и судя по сосредоточенному пыхтению, пытался забраться внутрь. Любое другое время я бы прошел, стараясь не привлекать к себе особого внимания. В конце концов, это просто не мое дело. Ну нет, я серьезно. Если у вас в лагере процветает воровство, не надо вешать собак на пионеров, которые не захотели связаться с криминальным элементом. К несчастью, сами считала иначе. «Эй!» — крикнула она. «Что ты тут делаешь?» Все это крысец вздрогнул, сразу же шевелился и распался на две неравные половины. А, это казалось пара рыжих. Я могу одно сказать. Дайте мне, пожалуйста, мешок, веревку, спички, зажигалку. Два человека, от которых меня пять раз сегодня предостерегали держаться подальше. И вот, вместо того, чтобы исполнить предостережение, я... Ульяна выглядела немного напуганной, а вот Алиса сразу взяла быка за рога. Что сумеешь, выскочка?
Не бойся, не убежит от тебя твой флаг. Всем спасибо, пошла вон. Соня нахмурилась. Алиса, ты понимаешь, что если сейчас же не прекратишь, я должна была сообщить вожатой. Я тактично молча где-то на периферии. Так ты еще и стукачка? Шипела рыжая, сжимая кулаки. Это очень хорошо. Везде идем, к вам бы вломить как следует. На этом мы, пожалуйста, ребята, остановимся. Мы на следующей серии узнаем, что за кого будем стать на сторону Алисы и Сави. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока.